Вернемся к новостям. В поселке Малиновка Ачинского района жители боятся остаться зимой без тепла и горячей воды. Проблемы в котельне, у которой сменился собственник. На объекте из 5 котлов осталось только 2. Ситуация разбиралась Александра Арепьева. И требуем отменить результаты аукциона, заключить долгосрочный договор с Колпаковым Виктором Владимировичем. И вновь тема обсуждений котельная поселка Малиновка. С организацией, эксплуатирующей предприятие, власти отношения разорвали. Управленцы довели жизненно важный объект до долгов и разрухи. Из 5 котлов осталось только 2, да и те сильно изношены и требуют капитального ремонта. Все сроки мыслимые и немыслимые уже упущены. И мы не успеваем до первых морозов запустить котельную для работы, для подачи горячей воды, а также для подачи тепла поселку. Население поселка боится замерзнуть зимой. Еще одного неграмотного управления котельная просто не переживет. Жители Малиновки требуют поставить на место ее руководителя, директора местной фирмы ЖКХ. Но аукцион малиновские коммунальщики проиграли. 1 августа на котельную зашла ачинская фирма. Нужно сегодня просто навалиться всем миром и сделать, и спасти Малиновку, и отопить ее, потом встретиться вот здесь, в этом зале, и сказать: все хорошо. Ачинская фирма, выигравшая аукцион, пока не имеет лицензии на работу с паровым оборудованием. Этот основной документ надеется получить в ближайшее время. Сельчане же боятся, что не успеют. Но, по словам краевых властей, поселок в любом случае не позволят оставить без тепла и горячей воды. В поддержку фирмы, выигравшей аукцион, выступает депутат законодательного собрания края. Да, я полностью с деятельностью этой компании знаком, и у меня к ней нареканий нету вообще никаких. Более того, все те обращения, которые поступали от жителей в отношении этой компании, были отработаны и приняты компанией, и было все сделано. Жители, по крайней мере, основная эта часть, где компания работает, они довольны. Я проверял это и, как говорится, заявляют со всей ответственностью. Руководитель компании, выигравший аукцион на аренду котельной, от каких-либо комментариев отказался. Между тем, отопительный сезон начнется уже 15 сентября. До этого времени котельную поселка Малиновка должны подготовить к работе. На ремонт котлов из краевого бюджета выделено более 10 миллионов рублей. Ситуация в поселке остается на контроле у правительства и лично губернатора региона. Сельчан просят не беспокоиться. Александра Арепьева, Дмитрий Шевцов. Новости.